Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать новый ритуал, который называется поясница. Очень часто у нас с вами проблемы в пояснице. Болит поясница или радикулит, или защемления какие-то, или диски, смещения, разные грыжи межпозвоночные. Поясница очень такая болезненная тема. Долгоиграющая, проблемная зона. На ноги влияет, ходить тяжело. Да, вы это знаете. Сейчас я буду работать с вашей этой зоной. Поясница. Вы просто смотрите, как обычно, друзья. Я хочу, чтобы вы понимали смысл моих ритуалов. Потому что у вас, у многих, затяжные болезни, который не лечится за один раз. Доктора и таблетки не могут вылечить вас, да? Поэтому я хочу, чтобы вы реально понимали, как работают мои ритуалы, потому что вы не готовы вылечиться сразу. Вы не готовы, очень у многих из вас. Вы сейчас будете спорить, как это мы не готовы, мы хотим, но ваше тело не готово. Понимаете, ваш компьютер в голове не готов перестроиться сразу вас вылечить. Я хочу, чтобы вы это понимали. Комментарии ваши читаю, поэтому и говорю. Просто сегодня там написали тоже уже кое-что. Поэтому, друзья, вы можете лечить одно, а проблема у вас с другим. Понимаете? У меня на канале общие ритуалы, которые работают в энергетическом потоке. И как на вас это подействует, надо смотреть. Вы пишете замечательные комментарии, и мои ритуалы работают. Но у всех у вас разные проблемы. Поэтому по поводу ваших личных проблем мы разговариваем на консультации. Лично с вами, конкретно по вашим проблемам. Хорошо? Записаться ко мне на консультацию можно в WhatsApp, Viber, Telegram. Пишите смс, номер телефона мне один и тот же. Не звоните мне, пожалуйста, я отвечаю всем. Консультация моя платная. Все, что выставлено на канале, пожалуйста, смотрите бесплатно. Насколько вам это поможет? Я благодарю вас всех за все, друзья. Сегодня мне написали, что уже в просмотренных моих ритуалах подписчица написала, что она зашла уже в те же самые ритуалы, которые уже смотрела, и там вместо лайков, которые она ставила, стоят дизлайки, либо нет лайка вообще. Ну, чтобы вы понимали, да, есть такое. Кто это делает, я не знаю, YouTube это делает, кто-то это делает, чтобы вы понимали. Проверяйте, если вы ставите лайки, то проверяйте, есть ли они через какое-то время, потому что вы повторно смотрите мои ритуалы. Если вам не сложно, проверьте. Хорошо? Это мне сегодня просто написали. Так, я благодарю вас всех за все. Ритуал уже работает, работает мой голос, работает энергетика. Настраиваться вам специально не нужно. Во всех моих ритуалах работает энергия. Высшие силы вам дают помощь через меня. Я вам помогаю. Голова болит у многих. А вы лечите голову. Проблема у вас, головные боли, дает что-то другое. Я хочу, чтобы вы это понимали. Да? Кроме головы, ритуалы на голову вам нужно смотреть и другие ритуалы, потому что головные боли дают разные проблемы, разные причины могут быть у вас. Так, поясница, точно так же поясница. Я работаю сейчас с вашей поясницей. Во всех моих ритуалах работает энергия, которую я беру из пространства, но я поддерживаю энергию в каждом моем ритуале. Я поддерживаю энергию своими умениями, своей силой, своими наработками. Смещение у кого-то. Нагрузки на поясницу.
Сидячая работа, ноги тяжелые, болят, отекают. В пояснице позвонки сдвигаются или защемляются, воспалены. Воспалена поясница и защемляются нервные окончания, поэтому болят. Болезненная поясница болит. Тянет, болит, уколы и таблетки какие-то принимаете. Не все, друзья, не все. Проблемная зона поясницы. Разогрев вы можете чувствовать сейчас в пояснице, живот, внизу живота, кому не жарко, еще не жарко, еще только может быть разогрев, или вы можете движение чувствовать, или тепло. Обычно к концу ритуала или в середине ритуала становится жарко. Идет внутренний разогрев, друзья, я работаю энергиями. Кружится голова. От низов нижние проблемы. Внизу живот, поясница. Первая, вторая чакра проблемы. Это все взаимосвязано. Связано с поясницей. Воспалительные процессы и так далее. Поясница – это уже следствие. Так, сейчас становится легче, да? Кому еще не легче, полегчает через пару минут. Потеете, лицо мокрое, потное, влажное. Или просто вам уже тепло, потеете. Это работает энергией, выдавливает влагу. Энергия, я работаю с вами. Сквозь поры выходит влага, потому что ускоряется обмен веществ. Потому что с потом выходят токсины, тоже наружу выходят.
Ощущение меняется сейчас, да, становится легче. Боли уже у кого-то прошли, поясница, боли ушли. Или боль становится слабее. В позвоночнике проблемы, кроме поясницы, не у всех, друзья, у кого-то из вас, кто смотрит, у многих в позвоночнике проблемы. И поясница тоже. По поводу позвоночника у меня есть ритуалы на моем канале. Смотрите. На моем канале очень много видео. Пожалуйста, смотрите другие, потому что мои ритуалы – это вспомогательное средство, но очень часто вам становится легче, хотя вы лечились уже очень много лет, или периодически какие-то болезни, или какие-то боли у вас, или проблемы со здоровьем. Поэтому наблюдайте, как вам, что с вами происходит. Насколько помогают мои ритуалы, я читаю. Пишите комментарии, читаю. Благодарю вас за комментарии, за лайки, за донаты, за подписки, за помощь в развитии канала, за благодарности мне как мастеру. Благодарю вас всех за все. Так, сейчас становится легче, даже спина была такая вся скованная, тяжелая спина, сейчас становится легче даже выше поясницы. Да, есть такое? Такие ощущения. И лицо светлее становится, да? Как будто бы взгляд светлее, ярче, или вам легче смотреть, или глаза открываются. Ну, конечно же, глаза и лицо наше, и все связано с поясницей, с низом. Низ живота, поясница, первая, вторая чакра и другие чакры. Все взаимосвязано. Поэтому в моих ритуалах работает энергия, которая движется, должна двигаться. И не останавливаться в чакрах. Потому что когда есть блокировки, появляются в тех чакрах, в тех местах блокировки, появляются проблемы. Там, где блокировки, проявляются проблемы по здоровью и другие проблемы в жизни. Поэтому я всегда говорю, энергия должна течь прекрасно в нас, без остановок, все должно двигаться. И энергия в нашем теле тоже, потому что все в мире есть энергия. На этом основаны все мои ритуалы. Так, сейчас я завершаю ритуал. Смотрите 2-3 раза, кому недостаточно одного просмотра. Смотрите другие мои ритуалы. Благодарю вас всех за все. Жду вас на моем канале. До встречи, друзья!